Тоже здравствуйте. Сегодня на нашем сладострастном канале Биошок можно сказать, что марафон. Нет, не марафон, обычная трансляция. Но два дня подряд, конечно же, Биошок, уважаемые. Это Шутан. Шутан, где у нас сообщение от Макавити? Все просто, в главном меню введешь вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо, влево-вправо, escape, enter. Вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо, влево-вправо, escape, enter. И откроется сложность 1.9, 1.4, 8. 8. Такие дела. Привет, Саша. Всем привет. Канами код. Я, короче, не знаю, что это за сложность такая. Меня там не мочканут. Привет, ты ВК чекнул? Слушай, чекнул, но как-то все прошло мимо меня. Я не видел там сообщения от тебя. Видимо, я его как-то пролистнул случайно. Короче, заигнорил тебя. Напиши сегодня еще разок. Сижу и думаю, стоит ли мне здороваться. Слушай, по сути, мы с тобой уже поздоровались. Но, привет, кукушка, как у тебя дела? Кукушка, не тленируй. Кукушка, следи за порядком. Еще как мочканут. Там совсем все плохо. Мне страшно, я не хочу умирать. Так, здесь пока так. Тут у нас что? Привет, мой друг. Здорово. Ты даже в Колумбию не сможешь попасть. Это совсем... 1.99 мод сложности, это совсем ужасно. Меня что, там все будут уничтожать, что ли? Поясните мне, ребят, за жизу. Придется и часто. Так, орёт, наверное, просто жуть. Орёт, да? Нереальный движок! Я вообще не играл. Хорошо. Игрульки эволюционировали. Жёстко, чего? Здорово, Афоня. Так, в игре используется автосохранение. Так, нажмите любую клавишу. Значит, нас интересует вверх. Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, escape, enter. Так, новая игра. Сложность есть. Средневысокая. Хорошо, значит. Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, escape, enter. Новая игра. Есть? Может быть, мне надо пройти? Не, надо в главном меню. Значит, привет, пирожок. Так, пробуем еще раз. Влево, вверх, вверх, вниз, вниз. Влево, вправо, влево, вправо, escape, enter. Теперь, создавая новую игру, вы сможете выбрать режим 1999 год. Окей. Хапалави, говорит Вентерос. Shoot out. Мне дали какую-то ачивку, типа... Так, во-первых, мы делаем потише. Блин, какая стильная игра-то, а? Ла-ла-ла-ла. А, это общая громкость. Музыка хороша, пусть будет. Нам такая... Открыл путь в ад. Игру потише, позже. Ребята, хороший уровень громкости или как? Бери средний, тогда тебе не хватает 2 дней. Не насилуй себя, сойдет? Ну, скажем так, если все пойдет совсем туго, мы начнем на среднем.
Delete, сохранить изменения. Enter, сохранить изменения. Delete, вернуть настройки получения. Скип назад. Кстати, щеточка, щеточка, щеточка. Какая прелесть. Ольга не здоровается, СВЧ. Ольга такая, на самом деле. Ольга такая, ребят. Я с ней познакомился поближе, ребята. Ответственно заявляю. Ольга, СВЧ, еще то. Уж теперь, я могу спокойнейшим образом утверждать это налево и направо. Нет, на самом деле, Кукушка замечательнейший человек. Просто милейший. Никакой не СВЧ. Я с чатом не разговариваю. Что? Так, я думаю, пора начинать. Любая смерть и рестарт. 1999 мод. В смысле, каждый раз, когда я умираю, это 1999... Я заново начинаю? Здорово, бот. Субтитры не забудь, настройки. Ага, сейчас. Игра. Активное обучение включить. Splash Text в бою включить. Включить Steam Cloud нафиг. Окно управления ретросой. Маркеры на экране. Включить Steam Cloud, не знаю, что такое Steam Cloud. Ну, пусть так будет. Активное обучение. Так. Хватит. Enter. Да нет, там сильно отбрасывает. Да, это как хардкор в Диабле. Хардкор в Диабле? Господи, я обожаю хардкор в Диабле. Хардкор для настоящих мужчин. Точнее, как бы, контроллер, видео... Так, подождите. А субтитры, что ли? Ага, субтитры, они в звуке, как это не парадоксально. Вкл. Здорово, Тетрису. Не надо, будешь одну сцену по 5 раз проходить, никому не интересно, тем более ты с игрой не знаком. Escape назад. Ну, скажем так, если будет совсем тяжело, мы перейдем на хардецкий. Игра. Я, между прочим, вы разговариваете, ребята, с двумя калашами со звездочкой в Counter-Strike. С двумя калашами со звездочкой. Я всю жизнь был просто калашом. Пару дней назад зашел просто случайно каточку сыграть, стал двумя калашами. Вы аккуратнее. Как успехи в 4-м сезоне? Я уже с 50-й левел. Я еще пока не начал играть толком. Так. У меня Беркут говорит Афоня. Афоня, ты задор. Игра. Новая игра. Режим 1999. Эта сложность подойдет лучшим из лучших. Настоящий хардкор. Блин, да это точно я! Ладно, нет, на самом деле это не я. Я уже умер на ХК, ну бас. Вы не сможете изменять уровень сложности в ходе игры, вы уверены? Бас, идет. В любом случае, дорогие друзья, у нас 2 дня биошока. Мы явно успеем. Если его нормальные люди проходят за 7 часов, значит я за 2 дня смогу. Это будет болеть. Мы бы с подписчиками сыграешь КС тогда, так мы периодически играем. Ух ты, нифига себе. Офигеть. Как круто. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Ничего себе. Разум субъекта предпримет отчаянную попытку создать воспоминания, которые не существуют. 89-й год. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No. But I do expect you to do all the rowing. Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Свиток, 2 ключа и 2 шпажки. We're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row. No, he doesn't. Ты почему без озвучки? А, только такая в стиме.
We've arrived. Да, ребята, русификатор есть. Может быть, я его завтра поставлю? Для управления камеры смотрю, кинешь. Как подняться по лестнице? Сори, ребята, я в стиме просто как-то поставил русский язык. Блин, у меня было столько времени подготовиться, а я такой... Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Они такие говнюки. Someone inside. Ой, что у нас здесь? Не надо русский, вся игра в диалогах. Окей. Сабы есть, скажем так. Ну, субтитры. Так, хорошо. Блин, как все качественно сделано. Посмотрим. Вообще, конечно, на слух лучше F постучаться. Не хочу пока стучаться. На слух, конечно, лучше всегда русская озвучка. F осмотреть бочку. Серебряный орел. F взять все. Банка бобок и здоровье. Изи. Настоящий скавенер во мне проснулся. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me. For thy sins shall I wash thee. Пора вам помыться, чтобы смыть с себя грехи. Конечно же. О, я себя вижу. Good luck with that, pal. Не хочет пользоваться тазиком. Нет, еще раньше не играл. Ой, придется стрелять как демону, да? Is anyone here? Hello? Обыскать шкафчик, конечно. Овсянка. Мне нравится, он просто в карман, наверное, овсянку берет. Взять трубку. Блин, какая стильная штука. Это, сейчас скажу, как же это называется-то? Стимпанк, что ли? Это же стимпанк, по идее. Использовать раковину. Могу выключить. Голосовалку за язык Го. А, хорошо, но это будет позже сделано, потому что сейчас я в любом случае не буду прерываться на... Скажем так, если вы слушаете в Альтабе, вам действительно будет... И не знаете английского языка, вам действительно будет тяжело. Но ориентирно слушатели в Альтабе в данный момент, особенно, что игра это почти сплошной visual, это странно. Это неправильно. С кем можно поговорить? Ни с кем. После первой смерти смену. Можно на надписи смотреть, они будут переводиться. На надписи смотреть, они будут переводиться. Правой кнопкой. EF. Ну... Афоня обманула. Абонент не отвечает, попробуйте позвонить позже. Ру, озвучка очень хороша, ее фанаты делали. Хорошо, хорошо, ребят. Я честно говоря... Ох, ты ж ёжик. Shit. Монеты, конечно, тырим. Не разочаруй нас. Надпись на... Кажется, он разочаровал. Или это мне... Нет, это мне послание, конечно же. Я не хочу никого разочаровать. Настройка включи. А, хорошо, да. А, настройки. Видео, звук. Скорее всего, звук, да? Не, слушай, я не вижу никаких таких настроек. Уровень качества, настройки, фиксация частоты кадров. Здесь я не стал сильные настройки делать. Подсветка интересных объектов. Да-да-да, подписи. О, подписи в кул. Сохранить изменения. Погнали отсюда. Смотреть бочку. Руша, пусть здоровье. Так, давайте подписи. Не разочаруй нас, да. О, прикольно. Я уже бабла набрал. А это не переводится, по-моему. Ага, это не переводится. ВК кинул русскую озвучку. Молодец, JustSM. Сейчас не до нее.
учитывая, что игра переведена и с субтитрами, а в оригинале она озвучена, ну, наверное, все-таки получше, несмотря на хороший фанатский перевод. Использовать колокола. Да, я помню, что один раз в это, два раза в это, два раза в этот. Ребят, я, конечно, не эксперт. Что ж, делать нечего, я люблю приключения. Но это было удивительно. Да, на одном стуле, ребята... Ой, пистолет пошел. Да, это ракета? Вознесение? Сейчас нас вознесет. О, я себя вижу. Самодельные ракеты, это так здорово. Ох, нифига. Ты нифига себе. А где звуки какие-либо? Это или это уже свободное падение? Даже со свободным падением было бы очень много шума. Кажется, у меня парашют раскрылся. У меня у самого уши заложило. Нифига, поглядите, какая штукота. Вообще офигеть. Так, Макавити, здорово. Решай, когда мы свечнем на хард. Или мы до конца будем гасить с 1999. Потому что у меня есть подозрение, что сейчас будет трагедия. Думай пока, думай. О, прикольно. Типа про то, что мы поднимем палец на наше salvation. Спасение от Руды, это я даже не успел прочитать. Он привел нас к новому Эдену. Иден, я забыл. Ну, это сады Эдена. Или, по-моему, я точно не помню. Как бы тебя предупреждали на 1.99, нельзя менять сложность. Оставайся на 1.99 и не смей терять русскую звучку. Окей, ладно, будем перепроходить. Будем тогда все скиллуху свою включать. Постараемся. Русская озвучка, ребята, все хорошо. Это у нас обучающий стрим. Я хочу, чтобы вы лучше знали английский язык, поэтому мы играем в русскую версию субтитры. О, мое хп показали мне. Блин, здесь будет хотя бы обучающая штука с стрельбой. Мне уже показали мой хп-пул. А сохранения у меня не будет, да? Блин, это опасно, мне страшно. Найдите способ попасть в город. Блин, мне так нравится, когда мне просто дают такие квесты, просто из воздуха. Никто мне ничего не говорил, никто от меня ничего не хочет, никто не просил. Просто игра говорит, иди, братан. Взять монету, конечно же, монетки. У меня уже 13 бачей. Я богат. Самое главное, чтобы ты понял концовку. Да ну, зачем английский выжить? Я тебя на фоне смотрю, чтобы самому себе переводить, что ли? Да, самому себе переводить. Ты учишься, это обучающий стрим, фанатик. Я не хочу, чтобы ты оставался быдлом, каким сейчас являешься на всю жизнь. Поэтому ты будешь учить английский язык, сука.
центр для посетителей. Ведь я люблю тебя. Так. Наворовано, как обычно. О, пойдем еще там наворуем. Камера слишком резка. Это небольшие... взять голософон. Чтобы прослушать запись последнего найденного голософона, нажмите J. Love the prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you. Грешник ты. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin. Понятно. Что... она говорит, что без греха нет прощения, ребят. Что делать будем? О, еще монетка. Посмотреть подарок. Серебряная роза, две штуки, шикарно. Подарок осмотрено. Ты не в Скайрим играешь? Готовься бить негров. Я что, расистом буду? Excuse me. Where am I? О. Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Понятно. Короче, я, скорее всего, в какой-то совсем серьезной церквушке. Я оббираю церковь. Мне нравится. Мне нравится. Где воровать? Где воровать, как не у воров, да? А про социальные воров. Переводи нам на русский, нубас. Слушай, я на самом деле ее с трудом сам понимаю. Она молила о прощении и... о, взять монету. И по сути утверждала, что если бы не было ее греха, то она не могла бы, грубо говоря, молить о прощении. Так, идем дальше. Хватит воровать у святых людей. Святых людей не бывает, братан. Святые люди — это учителя, доктора. Церквя, как на удивление, не найти. Ребята, я сейчас буду причищен. Если вы пророк... Ого. Ребят, да вы фанатики. Войти в круг. Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our lord. I just need passage into the city. Passage into the city. Понятно. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? It's either this or turn around and get back on that rocket. Да, хорошо, согласен. Принимаю крещение, ребята. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founder. Ребята, я уверовал. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Я чего, только что утопил священник? Недолго я играл. Приведи к нам. Берем пушку. Мне не очень хочется открывать. Открыть дверь. Не, я не буду открывать. Хватит стучать. Хватит стучать.
Хватит стучать, где мой пистолет? Дайте пистолет. Нажми на Ё, и тебе показывает, куда идти. Нажал на Ё, но не показывает, куда идти. Может, на Е? Ладно. А как ты стучался мне? Ты хрена себе. Боевые дирижабли! А-а-а! Ну, у меня не было шансов. Ну чё, ты меня осветил, братан? Нет, сам ангел Колумбия. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Need to find a landmark and figure out where the hell I am. Найти статую Колумбия. Это отец Вашингтон. Ребят, вы больные какие-то. Вы все в воде. Вы так застудите. Вы знаете, что в этой воде много микробов, ребят? Ты себе ничего не застудишь, дружок? Our prophet fills our lungs with water, so they may better love the air. Так, съесть яблоко плюс здоровье, конечно, съесть. Монеты воруем, груша. У меня чуть-чуть ХП подорвано из-за того, что он меня чуть не утопил. Это говнючок. He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels. Дальше только начинается. Watch over me. Нет там никаких микробов, это город на небесах. На небесах тоже есть микробы. Где оружие-то? Пушку дайте мне. Ой, монетки они повыкидывали. Какие они классные. Я как бомж в фонтане зарабатываю. Всегда так делаю. And that you see its divine hand at work. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. Что значит их защитит Иисус? А кто по-твоему послал этих микробов? Защитит Иисус. Ты Иисус с ними и сделает. Ты прочитал то, что я писал о щите в Skype тебе? Версию какую поставил? Complete Edition? Стиме, да, там вроде Complete Edition, но, может быть, я и ошибся. Я поставил ту, которая была в Стиме. Там вроде была Complete Edition. Но я могу ошибаться. На стриме 60 FPS? Нет, тут у меня 30. У меня, к сожалению, на самом деле не такой сильный компьютер, чтобы... Такие штуки на топиче транслировать. Пуста. Горячий. Он меня приветствует. Прикольный. Я его объел? А заплатить я должен? Я не должен. Призы, симулятор бомжа. Вот призы, да, будут небольшие. Могу, типа, избавиться от этого. Блин, вот это город вообще в небесах. Комстук. Так давайте объедать людей. Так, это не статуя Колумбии. Мне нужна статуя Колумбии. All of Columbia celebrates. Ничего себе, вся Колумбия празднует, ребят. Блин, как красиво было. It's lab. It means... Куда бежать-то? У меня есть спринт. Гули. Гребаные гули. Думаю, здесь они самые главные. Repairing fine customer госпожа. Что думал ли монетки, что я не найду вас? Мусорки только для вида кидают все вниз. Never hire an artist, my dear fellow. They are a temperamental and unreliable lot. Никак.
Никогда. О. Послушать запись. Интересно, но надо такие записи слушать. All work which should have been done months не, ago. Не хотят мне. Спербухан углубляет. Ладно, люди, птиц-то за что? Ненавижу птиц. Ладно. Кроссарис и Митс. Там не надо. Колумбия Кримери. Айскрим Шоппе. Good day, citizen. You're looking fit. Ничего себе. Ахахахахахаха, вандализм. Маленький упырь, так бы надавал. Где твой отец? Куда он смотрит? О, нифига. Не все всегда хорошо в городе сказки, да? Прежде чем все брать подряд, просто потому что плохо лежит, считай сначала, что дает и что отбирает. Иногда больше вреда будет, чем позже Макс репост. Ага, я понял. Здесь чипсы плюс здоровье. Попкорн и чипсы только плюс здоровье. Ничего себе. Понятно. У нас Иисус родился в нашем городе. Хвала Иисусе! Ура, Иисусе! Ибо пророк сказал, что башня направит... Что? О, понятно. Патриот справит конфекшенери. Город патриота конфекшенери это типа конфект, я даже не знаю, что это. Columbia Raffle and Fair. Надо посмотреть поближе. Английская лотерея ярмарка. Потом нужно загуглить. Ну ладно, пойдем туда. Кэтхова, как здоровье? Хорошо. Живцел орел, а что, должен умирать? Наоборот, лучше, чем прежде. Я каждый день делаю кардио с утра. Слышишь, как я себя чувствую хорошо? О! Вдруг что, монетку сюда кинул, молодец. Мне уже 40 долларов. Дайте радио использовать. А, я его просто выключил. Плохая музыка. Ладно, давай вырвать обратно. Посмотрите коробку со столовыми приборами. Слабенько. Заплатить. You are in... Are on your honor. Put money in a basket. Founders bless you. Here you go. Я нашел симулятор. Симулятор кармического вознаграждения. Ладно, погнали дальше. Нам нужна статуя. Is this girl? The false shepherd. Six only to lead our lamb astray. Лжепророк стремится сбить нашего агнца с пути истинного. Ты неплохо знаешь английский язык, но откуда, если ты быдло? Я плохо знаю английский язык. О, давайте посмотрим. Берегись ложного пастыря. Бойся лжепастыря! Лжепророк стремится сбить нашего агнца с пути истинного. Кто лже такой лжепророк? Это он? Или он? Или он? Или ты? Хорош. Только ваша бдительность защитит Агнца от лжепророка. В чем виджиланс это бдение? Помните? Какой-то... А, Салем Виджил, карта в Харстоне. Какая у тебя шляпа? Только ты бы себе поменьше нашел. Бог только знает. Только в смысле, только Бог знает, как это правильно перевести. Использую как сейф. Блин, такая красочная игра. We're raising money for the girls' patriotic league. Maybe next time. You look dashing with one in your lapel. Come back if you change your mind. Купить бутоньерку. Давайте бутоньерку купим. Я согласен. Детская лига девчонок, играющих. Силовые виды спорта, то, что нужно. Ну, что-то. Я всегда мечтал посмотреть на такое. Взять голософон. Я, кстати, записи так и не читаю.
Там явно какие-то рандомные записи. Давай послушаем. One man goes into the waters of baptism, a different man comes out, born again. Понятно, это про крещение. But who is that man who lies submerged? Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed unto the eyes of man. Понятно. Понятно, это он про крещение задвигает, ничего интересного. Через 5 минут вернется, мы здесь не будем ждать. Я надеюсь, это местный тир. Иди по цепочке. Ходит под лицом монет, собирает. Иду, иду. Записи сюжет раскрывает, почитайте кому-то в инвентаре. Как инвентарь и... Съесть арахис. Съесть сардины. О боже, это не сварение такое. Плюс соли. У меня соли еще пока нету. Но... Судя по всему, соль мне нужна. Местные Битлз. Ладно, я пока просто осматриваюсь. Сейчас мы насладимся красотами. Господи, это явно статуя Колумбии. Что, прям так? Прям так? Пацан, откуда ты знаешь, что я такой? DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Lutess. What the... Отправляйтесь на остров монументов и найдите девушку. Так, изи. Остров монументов. Во-первых, я вижу монетку. Использовать телескоп. Перестань смотреть телескоп. Их праздник каждый день. Средь бела дня фейерверки запускают. Господи, откуда вас... Кто вас учил пользоваться вообще? Смотреть мусорную корзину. Ага. Окей. Даже игра говорит тебе найти девушку. You, hello. Ну что ж. Знаешь, это действенный совет на все времена. Keep saying that. Would you believe me? Should we go in? If I told you a man could hoist a one-ton stallion straight into the air, would you believe me? Well, friends, I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No, sir, no, ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Магии. Я тоже хочу колдовать. You know our prophet is kind, and he has asked personally, as Mr. Jeremiah Fink, to bring to you these amazing ones. Давай посмотрим. Praise be to our prophet. Слава пророку нашему, слава нашему городу. Слово пророка представляет, кажется, друзья зайдут Джимми. Что? Потому что папа Джимми упаковку Малой Победы. В смысле, сигареты? Малый это малый... Да короче, стишки для детей. Какая гадость, нельзя такого ребенка покупать. Ничего себе. Все будет. Тикаран. Тикаран, родной. Вени Види Вигор. Очень круто. Это типа Вени Види Вичи, Вени Види Вигор. Спасибо большое, Тикаран, за поддержку тебя, братья. Торговка на холмах на привезти самые разные припасы. Торговый шамар. Дикий мустанг. Открывает дикий мустанг. Открывает дикий мустанг. Дорого. Реально дорого. Так и пишут мне, дорого. Мне $50. Давай попробуем. Давай, я хочу. Использовать голософон. What's a voxophone? What's a voxophone? Понятно. Exactly that. A personal record of voice. Hey, just so we're clear, I'm not paying for this.
Just a demonstration, sir. Понятно. Ей. Я еще и жадный. Hot dogs, hot dogs, Alexander hot dogs, Columbia's finest. Понятно. Have you used one yet? Oh my, no. I have. Easter, Automated Stallion. Honest, nearly blew the windows out of my house. Это фунты? Выглядит как доллары. Идрит какой страшный. Использовать ударник, конечно же. Давай, братан. Ой, как силище богатырское. Блин, как здесь все стильно. Дети курят. Сигареты для детей, ужас. He hauls carriages, vending items, furniture and more. From the heaviest item to your most delicate possession. Ладно, понятно. Иди в тир стрелять. Ага, вижу. О. Использовать воздушный дробовик. 5 ПТС Тувин. 10 ПТС Тувин. 20 ПТС Тувин. Мне надо в эту штуку попасть. И чего? Перестать играть. Кажется, там... Там что-то уехало от меня. Халява. Взять кошелек с серебряными орлами. Easy much money. Money, money, money. И я могу здесь фармить бабло? На правый прицел. Я могу здесь фармировать? Халява. Here comes the money! Так, ладно. Пацаны. Я понял. Погнали куда-нибудь туда. Выставка талантов. Господи, как здесь шумно. Не понял ни хрена. А чё у него голова такая большая? Это робот для человека? Прикольная штука. Какой-то голем. Какой-то автомат с солями. Солд. Мне пока соли не нужны ни на что. Использовать прожектор. Это будет тебя бить. Нажми на N. Постреляй с винтовки еще. Нажми на N. Ага. В режиме 1.9 я понял. Escape. Enter. Купить билет. Понятно. Меня обокрали. В будущем она взломает тебе лицо, я уверен в этом. Автомата с миксами нет. С этим, с спайсом, как это спросить. Howdy, sailor. What port do you call home? Any port in the storm? Я очень зря пошел сюда здесь купить. Мне казалось. Поговорите с торговцами, чтобы найти возможность купить билетера. Так, а где у нас торговцы? Где у нас торговцы, где у нас билетер? Так, этот не хочет говорить. Ты со мной хотел говорить. F взять гипнотизер. It's just a whisper. They're all ears. Чего? Моя первая карточка? Mm.
Ощущение, что мне дали какой-то спелл. Нажмите, чтобы превратить машины в союзников. О, нормально. Реально. Если у вас есть гипнотизер, нажмите правое кнопку, чтобы сделать машину вашим союзником. Купить билет. Значит, мне вот этого чувака. Поскольку соли найдите еще. Где же мне их найти? Он на халяву дает мне соли. Хорош. Heads or tails? Come on, let me through. Heads or tails? Ну, давай бросим. Heads. Told you. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose there is. Чего никто не ставит на Tails, что за нонсенс? Дверка закрылась. Просто нажрался хот-догов. О, серебряный орел, иди сюда. Никогда не ври, иначе торговый автомат. Аптечный набор 36 баксов, соли 100% 67 долларов. Не, не хочу. А ты не сразу просто кинул монетку. Эта парочка еще тебя достанет. Look at that one. He looks lost. He looks just fine to me. Mary, you are a living, walking scandal. Угу. Понятно. Я понравился Мэри, ну и хорошо. Что у нас здесь? Дверка. Так. Ох, и за протектор Глэм. Sign the president Sunberg какой-то. Понятно. Не берите они дикие. Так надо найти девушку в павильоне. А я бочки осматриваю. Что я делал со своей жизнью? Надо идти отсюда. Пикапчик. Папа оборовывает другой гражданск. Заряжаю магию автомата, чтобы грабить на пропускай автомата. Чтобы грабить? Давай попробуем. Кстати, у меня здесь монетки есть. Так, нет. Давай, пойди сюда. А мне надо сразу натягивать или как? У вас там через соли найдите еще. Это торговый автомат. Чего? Не сработало, да? Ну да, не сработало. Теперь у меня солей нету. No way. Поставил ловушку. Ловушку? Меня же починить машину. Починить машину стоит. Какую ловушку я поставил, ничего не понял. Ты не то сделал, когда удерживается, остается ловушка, типа мины. Ага, я понял. Первый раз сработало. Так, мне нужен автомат с солями. Нажмите и держите, чтобы осмотреть. Убери. Нажму только... Дети, вы чего, играете в убийц? Корзина для пикника пустая. Дети, не играйте в убийц. О, здесь голософон. Конфета. Дракончик какой-то был зацелен. О. Изи много соли. Бас, звуков слишком громко. Надо вальтать уже. Прикольно так замолчало. Так.
Это не так. Это что ты делаешь? Я не та болса обратно. Вернись, пожалуйста. Вверх почаще смотри. Ага, принято. Так, давайте. Вот так вот до 16 скинем. Так, вроде... Скажите, если я слишком тихо. По идее, должно быть слишком тихо. You shall know the false shepherd by this mark. У меня, кстати, есть. Я ложный пророк. У меня есть AD на руке. Беда. Странно, что меня прям так сразу в лжепророке записали. Но тут, скорее всего, надо знать. Что за фигня? Как пробел плюс это? Я, походу, реально могу зверзнуться в низок. Так, ладно. Вуп-вуп, это Sound of the Police. Вот теперь тихо, чуть громче. Ага, сейчас здесь сделаем. Подождите, я, наверное, через эскейп ничего не сделал. Плюс соли. Хорошо. Да, я реально ничего не сделал. Вот я упырь. Звук сюда, Enter. Можно даже вот так вот. Все. Все, теперь лучше. Так. Ладно, ладно, да сейчас я дойду, сейчас все будет, не переживайте. Не депрессуйте. Все, не буду с ними разговаривать. Ну, такое ощущение, что я в ней участвую. Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77? That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Понятно. Сейчас я выиграю, ребята. Да, сейчас все будет очень плохо. Я, кажется, должен буду сейчас в них кинуть. Ой, сейчас я все усугублю. Зачем ты это делаешь, Саша? Подчиняйся. Подчиняйся, Санек. Ага. Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show them what we got planned, boys. Воу-воу-воу-воу-воу. Здесь сейчас будет. Ядрить это надо взять. Что это? Ого, я греб. F обыскать труп. Ой, как все плохо. Так, я не понял. Тихо, 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 тихо. Где моя пушка-то? Заметив на противнике, нажмите V, чтобы добить его. F обыскать труп.
Ой, трагедия, ой, трагедия, я уже пол хп потерял. Что за дела, прям сразу? Почему здесь атака на В? Я хочу на левую кнопку или на правую. Не хватает соли для этого энергетика. Трагедия. Заживаю в... говнюки. Где ты, говнюк? Не вижу никого. О, хорош. Салямба. Она работает на технику. Мне надо будет починить какую-нибудь. Сейчас все будет плохо. Ты что, меня с пушкой пытался убить, что ли? О, хорошо. Банка бабов плюс здоровье. Ой, плохой уровень сложности. Ой, плохой, ребята. Сколько? 12 патронов. 12/108? О, я же могу стрелять по головам. Нажми паузу и увеличь фов угол обзора. А это как? Тильда? Настройки? Игра? Маркеры? Что-то у меня трагедия какая-то. Клавиатура, мышь. Выкл, чувствительность, ускорение, движение, движение вперед. Выставить ЛКМ, применить энергетику по КМ, прицел Z. Открыть меню энергетика в Q, другое оружие E, рукопашное зажать, зажать казнь, перезарядиться R. Навигация по интерфейс. Не, не знаю. Так, ладно. Я всех тут облутал. Я, честно говоря, хочу туда спринтануть. Есть подозрение, что там я смогу... А, это-то ладно, это лжепророка пытаются спасти. Я явно здесь должно быть что-нибудь сладенькое. У меня меньше половины хп. А у меня хардкор мод. Смотрите на мусорную корзину. Банан плюс здоровье. Шикарно. Блин, дерьмово быть мной. Z прицел. Ага. Ой, я так могу... А, я могу типа с прицелом ходить, я понял. Мусорные корзины. С кавенером. Не вижу. Не вижу. Ощущение, что такое? Сумка с серебряными орлами. Бабосы. Так, правая кнопка мыши. Взять монеты. Хорош. Плюс гипнотизеру. Позволяет гипнотизировать людей, когда действие энергетика заканчивается, жертва убивает себя. Хорош, конечно, энтер приобрести. Позволяет гипнотизировать людей, когда убивает... Enter, окей. Продано. Продано! Гипнотизер. Хорошо. И она еще себя убивает в конце. Ага, это я использовать не буду, потому что это... Чтобы сделать машины или людей вашими связанными, зажмите, а затем отпустите пока, чтобы поставить ловушку гипнотизер. Enter. Так, здесь есть быстрый сейф? Нет, да? Автомат пуст. Сукела, ты чего не умираешь? А, так это машина. Так, это гипнотизирует меня. Хе-хе, какой я мазила. Чтобы подпрыгнуть, нажми. Так. Соль, соли пока не берем. Где говнюки? Здесь бежите, что ли? О, господи, не то нажал. Черт. Не привык еще пока. Ну ладно. О, плюс соли, жир. Так, чувак, ты где? Ага, принято. Джекпот? Да, дружище, это был джекпот. Где твой труп-то, мистер джекпот? Так, я могу раздолбить? А, наверное, В, да? Ее надо долбить.
Ох, ни хрена себе. Это трагично, это трагично, это трагично. Это очень трагично. Очень трагично, очень трагично. Я хотел ее сзади затолкнуть. Когда вам спасает жизнь, ваш запас здоровья частично восполняется, но также происходит и с врагами. Вы также теряете. У вас не хватит следующего, пока не найдете, хоть немного будьте осторожнее. Ух ты, жесть-то какая. Так, так, так. Ой, ты какая жесть. Сзади, что ли? Это было жестко. Какая боль. Окей. Окей. Окей, я понял. Все, я понял. Так, у меня есть вариант скипнуть все, весь старт до Рикшона. Продолжай там сейв. Booker, are you afraid of God? No. I'm afraid of you. Вот ты Валера. Так в смысле, а что я не так? Я мог продолжить? Я мог продолжить? Ёпарасоте, они же вы... Лол, что за жесть? Если я могу продолжить с чекпоинта, зачем они мне говорят, что я умер? Что за жесть? Я могу это все проскипать? Нет, какая грязь. Так в смысле все сначала? Ребята говорят, что не все сначала. Зачем вы мне сказали? Читай внимательно. Я и читал внимательно, мне все сказали. Я зафейлю, я пойду сначала. Просто вот. Первое прохождение в хардкоре не лучшая идея. Только одна жизнь. Сначала локации. Ладно. Какая боль. Ладно. Тебе кидает главное меню, но потом ты возвращаешься в игру с того места, где умер. Так в смысле, а чё в этом тогда... Чё тогда в этом такого... Ладно, всё, я понял, боль. Я понял, боль. Ты опять все лутать будешь? Ну, пробегай мимо. По минимуму. Я даже помню, что жать. Скрипт. Использовать колокола. На сложности 1.9 одна жизнь. Потом можно продолжить. Продолжить сначала Локи. Я правильно понимаю? То есть, грубо говоря, меня бы откинуло просто...
звук игры погромче. Погромче или не надо? А если я закинул майнд-контроль на пушку, пушка себя убьет в конце? Сейвы ты можешь использовать, сейвиться в начале локации. Да, сильно откинул бы, плюс у тебя мало хп, и враги резко бы, которых ты убил. Не, ну так это нормально. Это окей. Для первого раза нормально. Я не знал, что я смели не могу убить спину турель. Скажем, мне бы казалось, что это разумно, что я ее чуть ли не ваншотаю. Тебя забирают по сути ребенка каждую смерть, но если начинаешь с начала карты с последнего чекпоинта. Окей. Так, это что за фигня? Здорово, Ченки. Давайте так, будет совсем все плохо, поставим хард. Есть локализованная с русской озвучкой версия. И это известное дело. А чё опять сначала? Ну вот так вот сложились обстоятельства. Я неправильно понял ребят совершенно. Так ты не проходил или заново? Я не проходил, я думал, что заново, и, к сожалению, вот такая вот борода. Ну, мы, в принципе, быстро на шифтах дойдем до того места. Если умрешь, нажми продолжить, и все. Зайди в настройки видео, увеличь угол обзора, иначе ближним будешь огребать. Сложность, где нельзя понимать, придется с нуля начинать на харде. Я понимаю. Так, зайди в настройки видео, увеличь угол обзора. Настройки. Видео. Соотношение сторон. Это как? Ты мне хочешь... Настройки яркость, фикс... Поле обзора. Максимальное. Enter, сохранить изменения. Так, ладно. Ну, давай. Полетели, полетели, полетели. Давай, 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 давай. Так, это лишнее. Excuse me. Where am I? Heaven. Or as close as we'll see till judgment. О, привет. За часть лучшего секретного шутера, нормас вообще. Так. Вчера в Питере был дождь, а сегодня солнышко за окном. Тут всегда так капает от туриста. Здорово, слушай, я вчера под дождя не видел. Хотя я из дома не уходил. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Не бесируй. В. В конце будет титр приятного рассмотра. Невероятно. Давай, давай. Да, 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 да. Легкий поставил уже. Ребята, вот запомните, запомните. Запомните, что вы сейчас говорите, запомните.
Я покажу вам. Ой, не то. Я уже заряжаю. Ты уже играл в Bioshock Infinite или какой-нибудь другой? Нет. Ты покажи нам, я покажу. Изи. У меня 2 дня биошока. Я что, думаете, упороться не смогу? Покажешь? Не надо, лучше покажи игре. Я сразу пойду на... Во-первых, я пойду сразу в стрелялку. Там, говорят, винтовка есть. А, там можно голдишко заработать. Тут монетки, я помню. Яблочко. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. So got a girl to find. Без соли, хорошо. Там две стрелялки. Нет, я хочу на вторую сразу. I can't wait no longer. Чё ты покажешь? Нормальный человек проходит на среднем, а потом остается офигевает, при том, что... А ты что, не сможешь с игрой незнаком, да еще и хардкор. Ну что за дела? КТ-то на тобой поиздевался. Кто на тобой поиздевался? Все в порядке. Почему я шутеры могу? Слабо, конечно, но могу. Так. Справа есть немножко Бублинского. Но мы не пойдем за ним. В жопу Бублинская, сырок потырим и все. Пускай шарманку, говнюк. Видение замечательного города. Пророк Комстока ведет своих людей в сад... из Содома. И чудо-ребенок родился. Будущее города в безопасности. Так где кого воровать? Говнюки. Этой игрой надо наслаждаться, не потеть. Так я уже насладился пейзажами. Все, ушла пора детского рэпа. Настало время офигительного пота. Сейчас мы будем потеть. Во-первых, во-вторых, может быть, я наслаждаюсь. Когда я потею, я наслаждаюсь. Покажи царский распрыг. Никак. Здесь нету механики. Этот чувак мне не нужен. А там подбреем немножко. Мне деньги нужнее, пошли в жопу. Так, там можно взять штуку послушать, но это неинтересно. О, что-то есть. Соли, соли. Стэнфорд Хардкор. Ага. Может быть, в людей в этот раз кинуть? Постарайся, чтобы я могла тобой гордиться. Счастливо пройти игру. Ты там мной и так должна гордиться. Гордись мной, Дэр. Все под контролем. Так, там немного денег лежит, конечно, но в жопу их. Привет. Так, эти говнюки мне не нужны. Эти говнюки мне не нужны. Так, стрельба. Я понял. Где мои ПТС? Я уже могу натырить? Давай. Не беси меня. Ой, так можно. Ни к чему.
Где мои мани, 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 мани? Я, по-моему, двоих случайно одновременно убил. Так, где с пушкой с другой? Где другая пушка? Так, здесь. Так, не беси меня, где будем? Еще один энергетик тут есть. Есть еще энергетик? Где энергетик? Воксофон меня не интересует. The Skyline Columbia. Так, ребят, я не вижу где. Сыграть в изгнание дьявола. Protect the woman and child. Hit the devil 3 times. Чем? Чтобы использовать энергетик. И что надо делать? И мне надо его просто не попасть в людей, что ли? Реально еще один энергетик. Что за нонсенс вообще? Мне дали энергетик на халяву. Изи мани. Так, где стрельба? Где стрельба? Да, это стрельба, походу. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, деньги. Воздушная, 20. Тебе его не отдадут. А, понятно. Ладно. Я понял, давай. Куда стрелять? Так. Ну, мне, наверное, так будет подручнее. Просто по людям? А здесь есть люди, которых не надо убивать. Не понял. Это я зафейлил, походу, уже. Винтовку-то дадите? Отдай деньги. Так, значит, мне не дай... Ага, я просто поиграл с этим. Тебе ее не отдадут. Понятно, я понял. Значит... Иди сюда. Я понял. Я помню, где здесь стоит автомат, я сейчас пойду его сразу проколдовывать. Я теперь опытный игрок в Биошок. Проколдовать все. Анадуна Фелоре. Помните, как в Warcraft вас разводили? Enter пропустить, я все про эту игру знаю. Here comes the money! Дикий Мустанг 4, открывай Дикий Мустанг. Все еще дорого пока что. Я могу тебя еще раз запулить? Неа. Он уже мой, да? Дикий Мустанг 4, 375. Скорее всего, это как бы так построено, что я его купить не могу здесь. Или я к нему должен вернуться? А, ты мне больше соли не дашь? Ты ж жлоб. Жлоб не дает соли больше. Дай соль. О. То-то и оно. Так, я больше не помню здесь автоматов. Да, не помню, валим отсюда. Heads.
Как-то монетка странно летела. Он выиграл, причем прикольно, у него на спине видно, как много раз подряд он победил. Аптечный ба... Не-не-не. Отдай. Here comes the money! Это, кстати, сахарноватый, его надо иметь возможность взять. Как же попиксельхантить? Как же попиксельхантить? Ладно, в шопу, ты победил. Хорошая игра, я сдаюсь. Тут девчонки ко мне будут приставать. Там в бочке лежит кое-что. Серебряный урюль. Блин, с пушками энергетиками для обороны сконцентрируйся на них. Ман-контроль точно имба. Here comes the money. Нажмите, держите, чтобы посмотреть, неинтересно. Прослушать запись. Да пофигу, погнали. Там соли лежат. Нет, не соли. Я такой, fuck my life. Надо турель захватить и убить потом, да? Типа успеть. Если я начну бить дружескую турель. А, могу ли я ей наносить урон? Здесь соли лежат. Да. Куда не хочу бежать на него. Другой автомат. Что у тебя есть? Аптечный набор? О, бабосы нужны. ПТ на нежность. ПТ это, по-моему, Power Threads, короче. В общем, дотирок. Дотирок. Спасибо большое, бро, за поддержку. Я рад, что ты решил поддержать канал, друже. Добро пожаловать в $5 Club. Спасибо. Вот тебе, брофист. Я обнимашки. Можешь, и она начнет сразу в тебя стрелять. Ага, понятно. Как быстро слить турель тогда, вот эту, которая там стоит? Мне страшно просто. Что-то у меня солей-то сразу нет. Как сливать эту турель тогда? Рашить? Просто сначала ее замайн-контролить, потом продамажить пушкой? Продамажить пушкой или как? Кинем в пару. Спрятаться и снайперить. Принято. Я ее просто в лицо не занесу, да? Хорошо. Сколько гипноз висит? Сколько гипноз висит? Или он пермач? Давайте в людей кинем. Он спрашивает советы, лол. Так, ты, жопа с ручкой. Ты чё базаришь, а? Потом... Разница, как у тех рабов ты потом по игре встретишь. Не стоит портить с ними. Не перемач, не очень долго, но пробежать успеешь и дальше пройти. Принято. Врум-врум-врум. Врум-врум. Какое полезное оружие. Какое полезное оружие. О, господи. Куда ты? Иди сюда. Ух ты, я отбежал. Ой-ой-ой-ой, зачем? Не надо. Не надо, мне надо бежать отсюда. Мне совершенно не надо гребать от тебя рукой. Я сейчас еще здесь отлечу. Тут еще есть говнюки. Вот так вот, нахрен. Тут в игре еще и шмотки есть.
выгода. Так, сейчас говнючки полезут. Давайте сначала запулимся, я помню, что здесь еда есть. Где это было? Почему здесь нету больше еды? Fuck my life. О, маленький аптечный набор. О, хорош. Что делать с этим? О, ты перезаряжаешься, какая прелесть, иди сюда. Так, пол хп, дерьмо. Ладно. Помним, что по голове это криты. Так. Here comes the money. Продано. Пропустить. Enter. Так. Если рольнутся нормально шмотки на ближний бой, то плохо вообще тупить будет. Так, давай проверим просто. Что ж за дела-то такие? О, крит. Нормально, они вниз упали. Патрончики, соли. Орлы серебряные. Ракетницы для фейерверков. Меня пугает. Так, мне надо пробежать дальше. Где у нее слепая зона? Давайте посмотрим. Наверное, где-нибудь справа. Не очень умен, да? Никто из вас не особо умен. Ух ты ж, грязь-то какая. Так, это свой. Тихо-тихо-тихо, где? Где я, чувак? Ага, вижу. А это может быть пушка. My life. Так я не хочу к пушке показываться, она с какого расстояния будет по мне стрелять, не знаю. О, хорош. Ой, я фуловый, хорошо. Блин, так ощущение, что пушка вот-вот по мне стрелять начнет. Я ссу очень. Я не понял, вы что, прячетесь, что ли, говнюки? Да, как тебе в голову-то? Что, прицел взялся? Так, это по прицелу вообще стреляет? Чё-то не очень. А чё в рукопашку? Строй правую баню. Да это точно по голове. Не беси меня. Вы уже не двигайтесь, пацаны. Так, я очень плохо по нему стреляю. Вообще у меня есть майнд-контроль. О, давай спрей. Так, хорошо. Ух ты, жесть-то какая. Кто-то меня уничтожает. О, господи, вот она. Нет, 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 я не хочу. Не хватает. О, майн гад. Ага, она перезаряжается. Сколько она перезаряжается по времени? Окей, 47 бачей. Сейчас я уже умру. А, боль-то какая. У меня цель-то хотя бы есть. Нажмите С, чтобы встать. Она по мне не стреляет. Но у меня есть на ее МК. Она на меня не смотрит. Ага, она...
Она куда... Это типа подарочки, которые я не собрал. Окей. Так. Вроде я жив. Это возвращака назад, но туда не надо. Она смотрит далеко. Если по ней вообще не открыть огонь, она еще тупо меня заигнорит. Хреново турели. Это что, стелсян? Давай-ка тихо. Ты же под себя стрелять не будешь, сладкая моя? О, нормас. Ты же глупая, да? Совсем глупая. Тут меня видишь? Не, не видит. Ой, там что-то есть. Вот она сейчас уходит вот сюда, я вот это... Че, еще бежишь, что ли, кто-то? Так, ты смотришь сюда. Тихо. Ее важно убивать? Что такая нервная? Итак, он простоял весь вечер. Ой, уже 4 патрона нанес. В нее тоже критовать можно, куда попадать-то надо? Хе-хе. Устрой, дестрой, сука, попила мне крови. Иди сюда, дайте залутаю. Обыскать. Боеприпасы для пистолета 12? That's it? Бичо призу. Блин, как стрелять с этого прицела? Это просто нонсенс какой-то. Ты же подходишь? Вы же сближаетесь, ребят? Я не вижу тебя. О, хорош. Так, не беси. Куда ты стреляешь? Хорошо. Ладно, давай я буду по этой штуке стрелять. Мне просто проще. По шарику в центре. Кассу смотреть. 4 орла. Не очень прибыльное дело. Еще 4 орла. Да, все, забрать. Бабосы нужны, скавинить надо по полной. Все автоматы проколдовывать. Ничего не пропускать. Денег нет, хата не резиновая. Воскрешаться надо много будет. Умру раз 50. Это только... И это только за первую половину игры. Это надо играть очень сейфово. Макс здоровья. Становится жарче, что происходит. Твою мать. Так, чувак, ты, наверное, какой-то чарджер и фаербольщик, да? Пошла в жопу машина. Окей, я понял тебя. Сближаешься? Ага. Так, это надо валить отсюда. Ой, как много я получил. Он дот вешает. Значит, его надо дамажить быстрее, чем он меня. Много получаю. Много получаю. Твою мать! О, хорошо. Здесь после дьявола. Хорош. Фаерболы, что ли?
конечно. Я надеюсь, я не зафейлил. Походу, зафейлил. Отправляйтесь, значит. Так, все дело. Нажмите, чтобы бросить зажигательную ракету. Гранату. Зажмите и отпустите. Окей. Все, если у вас есть поцелуй дьявола, нажмите правую кнопку, чтобы выбросить зажигательную гранату, затем нажмите правую кнопку, чтобы поставить взрывную ловушку. Так, он жрет реально меньше, чем Mind Control. Угу. Давайте пока здесь соль лежит. И взрывчик. Ага, значит, эта штука... Я понял вас. Патронов, кстати, катастрофа, что-то не хватает. Штука-то будет дамажить меня? Как-то дружественный огонь мне не верится. Твою мать, где? Не вижу даже. Я пылаю, прикольно. А если я встану сюда? Изи фарм патронов. Плюс хапулька, хорошо. Где еще дурочка? Есть? Обыскать. 12 патронов. Изи пизи, лемон спизи. Так, ну а что лукавить-то? На тебе. Ты что такой додж бойс? Так. Ой, манки-то нету. Пиробласт. Взять соли. Выглядит, как будто новый этот. Угу. От меня не скроются бабосики. Сколько у меня бабосиков, где посмотреть? Эскейп надо нажать. 65 бабосиков, мало. Так, blue ribbon. Я забыл, что такое ribbon. Судя по всему, стейк. Или что-нибудь в этом духе. Хотя, хрен знает. Кто помнит, что такое ribbon? Ну, тогда стейк это стейк. Так-то. Макс Бейт, запас для пистолета. Ленточка. Ленточка. Вот тебе на. Пойти в синюю ленту. Enter, покинуть район. А, это судя по всему. Щиты качай и соли в первую очередь. Как я тебе буду что-то качать вообще? У меня нету денег, все, больше никаких прокачек. Отправляйтесь на остров монументов и найдите девушку. Ну ладно, в принципе, спасибо большое, что Биошок заботится о моей личной жизни. Судя по всему, надо было слушать Макавити, я, кажется, нажрался. Для этого деньги не нужны. Использовать... Ой, не хочу я ничего смотреть. Идите в жопу, ненавижу вас. Вы все равно меня убьете. Говнюки. Плюс здоровье, минус соли. Да, это этим. Нахрен пиво не хочу. Минус соли, это жопа. Минус здоровье плюс соли, это хорошо. Изи. Минус здоровье плюс соли, я согласен.
Короче, они реально меня преследуют. О, плюс соли, куча плюс солей. Тогда давай, если большая куча плюс солей, то давай пиво выпьем. Кто-то got shit faced просто. Отличный набор на фу. Блин, я мог здесь. Окей. О, они мне взять улучшение щит. Выпить кофе плюс соли. Жир. Взять улучшение щит. Добавляет отталкивающее магнитное поле, усиляет защиту. Окей. Ух ты, хорош. Выйдите из-под огня, чтобы он перезарядился. Хорош. Господи, это те самые чуваки, которые Heads on Tails. Такие они ржачные. Выпить сладкую содовую плюс соли. Изи. Серебряная рыба просто для пулемета. Запасов у меня голософон. Да пофиг слушать. Father Comstock called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Так, как? Ты стал протосом. Ору на ладан, ребят. Ой, кстати, надо же еще сыграть. Так, мне страшно, сейчас меня будут дать крючья. Крючья? Крючья. Какие-то крючья. Так, мостик-то заработает? Пробел зацепиться за трассу. В смысле, что значит пробел зацепиться за трассу? Прям вот так вот тупо? А если зацепиться за них аэрохрюком? Воу! Чурили? Вот это способ перемещения. Пробел удар с трассы. Грязь. Хорош. Пулемет. Изи пулемет. Прикольно, чё? Пони скорость мышки. Нева кросс ми. Я чувак не так хорош. Так. Прикольно, я пылаю. Пст, те враги. Ого, вы дамажите. О-о-о! Так, как сильно щит заряди. Ваш щит разрушен, спрячьте, подождите, пока он перезарядится. Ой, хорош, вот это халява. Ой, хорош, господи, как я люблю щиты. Ты тут, что ли? Покажите мне, дурачка. Вы не видите врага? Жмите C, чтобы встать. Ctrl и C это одно и то же, я понял. Окей. Он куда свалил. Тихо. Так, все, я понял, я буду инвестировать в желтый щит, он имба. Ага, я понял. Это, кстати, неплохо. Один, это... Тихо. Как ты так атакуешь по мне? А я тебя смогу назовем кашить на таком расстоянии? Ты законтролена? Да? Я не вижу говнюка. Главное, что она видит говнюка. Говнюк вообще где-то здесь. Релоудин. Хорошо.
Так, главное, что она видит, Рилли. Ага, уже расстроилась. Так, значит, если я... Она же меня не заметит, дурочка? Что мне делать, блин? Надо патроны пособирать. Ладно, это понятно. С этим... О, сотенка, хорош. Чекпоинтов. Как идти-то мимо нее? Ладно, ее придется проконтролить. Да хватит! Макс здоровья. Щит зарегенится, мимо пробегаем. Нам надо далеко пробежать. Так, хорошо. Как все дерьмово, скотина. Да ладно! Да ладно! Да ладно, это в меня! Нет, это не в меня, это фейерверк. Фух, я чуть не обосрался. Я не вижу врагов. Щит сломали. Тихо. Вон и нет. Обстрел вообще с двух сторон. Я, кстати, дурак. Эту... Да, реально. Ту пушку надо было взрывать. Я поцелую дьявола жителя недооцениваю. И очень сильно переоцениваю МК. Так. Откуда не вижу? На борту. Соли нет. Твою мать. Так. Плюс здоровья. Алкашка это плюс здоровье. Вот. Минус здоровье, плюс соли. Вот это нужная штука. И не на одну... И не на один каст не хватает. Так, ладно. Угу. Еще эта штука работает. Хорошо. У меня 35 патронов. Сигареты и алкоголь минус соли. Нет, сигареты плюс соли, алкоголь минус соли. А, значит... Нет, мне надо не эту штуку, мне надо нормальную пушку. Значит, давайте уберем эту грязь. Хотя зачем я ее убиваю, ну почему нет? Давайте убьем, реально. Ну, мне тяжело будет без этой штуки. Не понял. Не бить. Все по мне стреляет. Я вроде еще и первого босса не убил. Fuck my life. Так, хорошо. Да, пожалуйста. Так, хорошо, это забрали. Вообще, лучше бы подняться на корабль, чтобы залутать патроны, но я никак не поднимусь, по-моему, там. Соли. Даже не вижу ее. Где ты, поганка? Ага, вижу теперь. О. Ты же умрешь с одного залпа? Тихо. Кью тактически одаренные. Ты сгоришь, поганка?
Уберешь сегодня, сгорай давай. Фух, хорошо. Хорош. Я только сейчас понял, что мне даже не надо зажимать shift, я все время бегаю, если... Нет. Так. Такими темпами ты не пройдешь за 2 дня. Ну, простите. Я стараюсь. Так. Надо искать крюк явно. Так, нам на... Корабль явно. Боеприпасы от пулемета. Кстати, можно с ним бегать пока что. Патронов на него еще куча. 70 штук. Он туда, что ли? Походу туда. Этой штуки никуда не улететь. Окей. Понятно, я понял тебя. Я сюда могу прыгнуть. Пробил прыжок с трассы. Сюда давайте спрыгнем, чтобы просто посмотреть. Что здесь, конфета плюс здоровье. Ничего интересного. Просто плюс немножко денежек. Так. Нам явно сюда. Смотри, почтовый ящик. Ананас. В ананасе был почтовый ящик. Точнее, ну вы поняли. Кучу хрени всякой нажался. Опять эти чуваки? Сзади можно в дом зайти, в домик бы зашел, что ли. Понятно, мне... сзади можно было в домик зайти. Я... А, вы про эту штуку, да? Давай зайдем в домик. F. Вы про этот домик говорили? Походу, вы не про этот домик говорили. На крыше которого был. На крыше которого был? На крыше какого... Нифига себе. Какие глазастики. Жилище. Максимум солей. Ой, сколько солей. Игл. Так, хорошо. Здесь что-нибудь интересное есть? Совсем интересное. Раковина. Открыть сундук заперто. Дополнительные задания помогают найти ценные ресурсы. Попробуй найти на ключ, который открывает этот сундук. Хорошо, сейчас. Давайте послушаем, что он говорит. Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure there is something dear inside. Он просто говорит о том, что что-то есть. Otis is more fool than not. He didn't bother to also secure a key from the Feathered Brothers to open the damn thing. Ага. Короче, ключ надо из... Подождите, там, по-моему, не было подсказки. Привет. Так, чувак. Меня пугает. Здесь серебряный слиток. О, у меня уже 200. Могу 2 раза умирать. Так. Братан. Ну, попытка не пытка, ребят. Так. Надо найти ключ. Интересно, он в этом доме вообще? Не можешь ты ни разу... Не можешь...
Можешь ты ни разу не умирать, злой какой. Взять кошелек. Так, где у нас ключ вообще? Так, давайте escape. А где у нас тут? О, нет, подождите. Как зайти? Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure. Он взял с церемонии. Он говорит, что что-то дорогое внутри. Otis is more fool or not. He didn't bother to also secure a key from the Feathered Brothers to open the damn thing. Он, короче, не забрал у Feather Brothers ключ. Кто такие Feather? Ай, да? Мне на Ай не работает. Короче, мне надо у Feather Brothers забрать ключ. То есть здесь этого ключа нету. Вот. Поэтому пока что мы уходим отсюда. Вот. Вернемся сюда попозже, когда у нас будет ключ. Это доп. Задание. Скорее всего, очень важно их выполнять, потому что я в условиях кризиса нахожусь. Так. Печатный станок, ничего себе.